Здравствуйте, друзья, партнеры, знакомые, незнакомые. Меня зовут Еламай, и я активный партнер в компании Робофон. Компания, которая помогает абсолютно любому человеку, вот как вы видите, мама или папа, студент, сетевик, лидер, пенсионер, бизнесмен или просто талантливый человек, у которого есть какие-то идеи, и он хочет их продвигать. И компания Робофон нам в этом помогает. Итак, я вам хочу посоветовать посмотреть мои ролики. А сегодня я хочу вам показать, что я делаю каждое утро для того, чтобы заработать свои деньги. Вот, и я это уменьшаю. Вот так выглядит мой сайт, да, мини-сайт в компании. Я иду в свой кабинет. Вот так я утром захожу, смотрю, что у меня растет, мы все в начале дороги, все в порядке, я иду на свои рекламные посты. И думаю, что я сегодня хочу продвигать. Ну, я вообще по профессии коуч, я продвигаю тренинги по как заработать деньги. Да, вот я хочу этот тренинг. Вот этот тренинг. Вот, я проверяю, ли все в порядке, ссылки в порядке, все в порядке, да, и я иду сюда, на мои тренинги, да, ищу официальный мой сайт, сейчас вы его увидите, тренинги, где это тренинги? Тренинги. Вот тренинги. Вот я нашла тренинги. У нас здесь много. Вот мой тренинг. Я на него нажимаю. Вот. И отсюда я посылаю. Вот это я делаю каждое утро. Да? Я нажимаю на Facebook. Можно послать так, как оно есть, нажав на пост, на вот у меня, видите, с правой стороны есть, или я могу добавить пару своих слов без вашей реферальной ссылки. Только пару слов. Тут у меня пишется, никогда еще не было так легко и просто продвигать любой свой бизнес через соцсети, без бана, без страха потерять свои аккаунты. Как легко и много можно найти партнеров в свой бизнес, выполнив легкую работу на дому. Вот это то, что я делаю. У меня есть тут, что называется, это же вирусный маркетинг, окей? Есть слова определенные, которые мне дала компания. Вы можете переписать. Хотите тоже, нажмите на баннер, присоединяйтесь по ссылке. И вот мой скайп. И вот это все. У меня уже это все написано. Я ставлю это сюда. Вот. И нажимаю на пост. Вот. Иду в свой Facebook, чтобы вам показать. И вот на Фейсбуке есть это сообщение. Вот оно есть. Видите? Тут нету ни ссылок, нету ничего. И человек, когда кто-то нажимает, да, и нажимает, и приходит прямо ко мне на страницу и читает то, что я ему написала, что здесь можно продвигать баннеры. И он, если захочет подписаться, он подо мной записывается на реферальной ссылке. Тут будет записаться в компанию, да, и под моей ссылкой. Дальше вы скажете, Ела, ну я, может быть, не такой умный, да, у меня вообще нету ни баннера, нет ничего, нету ни сайта, нет ничего, никаких проблем нет. Мы заходим сюда, да, мы заходим, нажимаем на Робофон, берем любой баннер, который вам нравится. Давайте еще посмотрим что-то интересное. Любой баннер, да, любой. Давайте вот еще один посмотрим, да? Перезагрузочку маленькую. Сейчас у всех по всему миру интернеты работают медленно. Вот, допустим, будь собой, будь безупречной. Да, давайте нажмем на этот баннер.
Да, я повторяю, это если у вас нет баннера, нет. И, ну, я вам советую, когда вы заходите в компанию, купить хотя бы 3 баннера для того, чтобы начать зарабатывать. Нет у вас баннеров, нету YouTube, нету ничего. Вы берете баннер вашего партнера, нажимаете на Facebook, пишите тот же самый текст, да, только Skype другой, и посылаете. Да, идете на Facebook, на ваш Facebook, смотрите, да, и видите эту картинку. И какой-то человек, который здесь считает, что легко и просто продвигать на баннерах, нажимает и попадает к вам под вашу реферальную ссылку. Вот так вот можно, без того, что у вас есть, повторяю, YouTube или что-то там, или не, вообще ничего нет. Вообще, вы знаете только, как нажимать и посылать сообщение, да? Это подходит пенсионерам, подходит студентам, вот, подходит мамам, это подходит тем, которые только начали работать в интернете, те, которые вообще не хотят ничего делать, а только хотят кликать. У нас для любого уровня сознания интернетовского есть ответ. Посылайте баннеры, и люди будут приходить к вам на автопилоте. Да? Третье. Да, вы можете здесь опять войти или здесь найти какие-то там, допустим, одежда. Да, вот вам нравится одежда. А, какая одежда, в кайф. Вот, я знаю, что здесь есть одежда Синди, я лично это люблю, и у меня есть вещи, которые, вот, я продвигаю, например, платки Синди, да, вот, допустим, вот юбки Синди, да, я нажимаю здесь, вот это третий баннер, я опять-таки нажимаю на Facebook, да, и по той же дороге я пишу мой текст, да, опять-таки вы не ставите ссылки и продвигаю. Единственное, что я забыла вам сказать, что по количеству баннеров, которые вы покупаете, вам каждый день идут перерасчеты. То есть у меня, я купила 10 баннеров, я сегодня заработала на том, что я вот эту работу сделала в течение там 2 минут, я сегодня получила 10 рублей, совершенно пассивно. Да, вот тут моя, жалко, что я вам не показала, но тут выросла на 10 рублей. То есть, вот так это работает. Чем больше у вас баннеров, чем выше у вас заработок на вот этой работе, которую мы сделали сегодня. Кроме всех возможностей заработка, которые вы можете увидеть в другом ролике. Ну вот и все. Вот это вся работа. Так что это все подходит любому человеку. Так как у меня было написано в начале. Я вам желаю всего хорошего. Вот это ежедневная работа. Вы можете делать утром, вечером, ночью, когда вам удобно. И продвигать, что вы хотите, как вы хотите. И очень просто зарабатывать. Все остальное вы сможете увидеть. Я сделала плейлист под этим роликом. Так что, как записаться в компанию. Что писать. Skype. Я вас заведу в чаты. В чат компании, где вы будете получать информацию. И все, давайте начинать работать. Вы из первых. Всего вам хорошего, с Богом и много-много вам изобилия. С вами была Илла Май, очередной ролик. До встречи!